армянам запретили жаловаться правительству и премьеру. Руководство Армении ограничило жалобы на имя премьер-министра и правительства. Проект соответствующих изменений в законе об органах системы государственного управления был принят в парламенте страны во втором и окончательном чтении. Ранее действия или же бездействия государственных органов можно было обжаловать в правительстве или в жалобе на имя премьер-министра. Теперь жалобу на имя данного министерства или ведомства нужно будет подавать в то же самое ведомство или оспорить ее в судебном порядке. Предполагается, что законопроект разгрузит аппарат правительства от жалоб и поможет рассматривать их без напряжения для государственной системы. По факту, армянская власть хочет избавиться от надоевших за последнее время жалоб. Напомним, в Армении по традиции во время всех демонстраций у правительства протестующие требовали встречи с премьер-министром. После смены власти жалобы на имя премьер-министра значительно участились. Приветствую, дорогие подписчики! Прошу вас поддержать канал своими лайками. Делая это, вы помогаете продвижению роликов в YouTube. И не забывайте нажать на колокольчик над видеороликом, для того, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи!